контакт. Один солдат. Готов. Парень в сарае, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Коул, посмотри в тепловизор. Перевей его. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Данные о том, как охраняют этот радар. Очень мало. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Я что-то слышу. Не поднимайся. Справа. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. Три. Два. Стой! Черт, еле пронесло. Их слишком много, придется отходить. Идем по моему сигналу, голову не поднимать. За мной. Что это было? Они направляются к нам, не шевелись. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Пройдут. Андерсон, давай за мной. Не поднимайся. Берешь ближнего, второго оставь мне. Посмотрим. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт, побери. Да, я знаю. Попробуем переждать. Что случилось? Почему ты тут остановился? Черт,
Черт, спокойно, пока не стреляй. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Так, парень на причале один. Огонь разрешаю. Цель возле костра. Движется. Посмотрим, куда он пойдет. Чисто. Давай, стреляй. Слева. Снимем их одновременно. Хорошая работа. Идем. Рейзер 31, доложите обстановку. Говорит 31. Мы на западном берегу. Сопротивление минимальное. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все понял, 31. Так держать, Келлер. Поднимайся. Стой. Мимо тех двоих, что на выступе, нам не проскользнуть. Берешь того, что справа. Я нейтрализую второго. За мной. Не стреляй. Подождем. Прячься под причал. Поднимайся. Не вступать. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Что-то слышу. Ты похож на зону. Зеркало смотрелся? Когда ты превратился в такого жадного ублюдка? Это нормально. Я думаю, что это пизда. А что случилось? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Враг впереди. Снимаем его по-тихому. Понял. Первый же день его укусили. Говори, мать, насколько все плохо? На гора, говорят, ногу, наверное, не надо. Но это все равно, что не есть. Так что тоже не нужно. А вы это еще что за фигня? Гражданский спортивный самолет, очень старая модель. На вид очень неустойчивый. Думаешь, стоит его трогать? Вряд ли у нас есть выбор. Эта чертова железка закрывает нам обзор. После вас. Вот же дерьмо. Быстро заканчиваем здесь и линяем. Давай.
посмотрим. Можешь спрятать оружие. Это будет очень непросто. Ну, как всегда. С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно. Стреляй по моей команде. Точно здесь решает все. Справимся. Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Сначала сними того, что возле мотора. Теперь займись другим. Снайпер в самом высоком доме. Он цель номер один. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Солдаты ошиваются возле дома. Видишь их? Да, вижу. Стреляй в рацию. Это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. А теперь давай. Теперь займись другим. Убийство подтверждаю. Что, крупно облажались? Черт, побери, держись за что. Бог ты мой. Точно. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Забудь, нам никак нельзя светиться.